скоро исполняется год с начала российской агрессии в Украине. И именно Польша первая пришла на помощь защитникам своей страны. Помимо всего остального, более 1,5 миллиона украинцев поляки приняли в своих домах. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Теперь касательно основной темы нашей конференции о переустройстве России после ее поражения в войне с Украиной. Кавказцы никогда не переставали использовать малейшую возможность для освобождения от колониального ига и возрождения своей объединенной государственности. После распада СССР чеченский народ использовал свое право на независимость, и 6 сентября 1991 года является днем восстановления государственной независимости Чеченской республики. Те темы и те вопросы, которые сегодня здесь обсуждаются, они принесут больше пользы, и это будет намного интереснее самим россиянам и самим русским, потому что до сих пор эта страна эксплуатирует ресурсы, потенциал людей. И все делается не для людей, а все забирается от людей. И даже последние сегодня в войне в Украине, пока у них отбирают жизни, самое, что есть драгоценное. И поэтому те вопросы, которые здесь поднимаются, они, в принципе, для будущего России, России и российское общество, они должны быть заинтересованы в том, чтобы эти были идеи были реализованы. Потому что это для них будет намного полезнее, чем иметь то, что они имеют сегодня. Судя по всему, мы сейчас наблюдаем за концом Российской империи, одной из финальных его стадий. Может ли этот конец быть мирным, или это будет обязательно сопровождаться какими-то столкновениями? Ну, мы уже не можем говорить о том, что оно может быть мирным, потому что сколько человеческих жизней, сколько жертв. Начиная с 94 года Россия, только в Чечне это 300 тысяч, только в Чечне 300 тысяч гражданского населения погибло, убито. То, что идет сегодня в Украине, это же не год назад началось. Россия же это начала не год назад, она это начала еще с 94 году, когда совершила агрессию против независимого чеченского государства. И с этого времени Россия находится в войне. И процессы по ее деколонизации, в принципе, по демонтажу этого государства, она еще начала тогда. А сегодня она пришла к финалу. Можем ли мы это назвать мирным? Нет, конечно, потому что сколько жертв Чечня, Ингушетия, Грузия, Украина, и то, что сегодня каждый день погибают украинские дети, женщины, старики, не говоря уже о тех воинах, которые отражают эту агрессию. Это нельзя назвать мирным исходом, но это был вот эта необходимая цена, которую сегодня мир заплатил. И Украина, к большому сожалению, на нашу долю, на долю чеченцев и украинцев, выпало самое страшное – это человеческие жертвы. Ну, а сегодня 50 с лишним государств, которые создали коалицию для того, чтобы отразить российскую агрессию, они тоже несут определенные потери. Люди все-таки и в Европе, и в европейских и европейских стран это коснулось и экономически, и психологическое воздействие, и то, что сегодня миллионы людей из Украины находятся в европейских странах, это имеет свой определенный эффект для всех, которые здесь проживают. И поэтому мирным это нельзя назвать, но безысходно, ну, необходимым, это было необходимо, чтобы вся мир осознал, что разрешение этой ситуации, она заключается в демонтаже вот этого государственного образования. Я имел в виду, что Ичкерия и Украина, они имеют четко очерченные географические границы. Но таких границ очень многие регионы в России не имеют. Не случится ли так, что после распада, о котором мы сегодня говорим, в стране может начаться междоусобица? Я с вами категорически не согласен. Все регионы, все национальности, которые сегодня претендуют на свою государственность, они имеют свои территории, они это знают. Да, в течение многих веков и Российской империи, и в последующем Советской империи, и сегодняшняя псевдодемократическая империя, они пытались таким образом запутать ситуацию и разделять вот эти народности, закладывая мины такого замедленного действия, создавая конфликтные ситуации из-за
территории, из-за границ, которые они постоянно пересматривали. Но я уверен в том, что вот тот проект, который мы сегодня заявили о Кавказском, о восстановлении Горской Республики, и также другие регионы, которые сегодня заявляют о своем о праве выхода и создания своего государственного образования, у них есть свое видение и планы. Я не вижу, что будет какой-то особый хаос. Вот что мы имеем в виду? Вот давайте. Сегодня однозначно Россия представляет угрозу для всего мира. Вот большей угрозы от России в связи с реформами я не вижу. Если она уже представляет угрозу, с этой угрозой нужно бороться. И как с этим бороться? Нужно сделать так, чтобы вот этого территориального образования не существовало. Потому что все заключается в этом. Это они самые крупные, это они самые большие ресурсы, это они самые-самые. Вот от этого нужно их избавить, от этого самого-самого. Избавившись от них, эти люди начнут жить для себя, ради себя и давать жить другим и соседям, и другим народам и народностям. Лучший представитель чеченского народа сегодня борется в рядах вооруженных сил Украины. Безусловно. Лучшие представители. Я так это и формулирую. Да. Ожидаете ли вы, что эта борьба будет за свободу Ичкерии, внутри самой Ичкерии? Она уже за свободу Ичкерии, потому что победа Украины – это залог независимости и деоккупации нашей страны. И мы это осознаем. Вот сегодня, когда молодой человек задал вопрос из Украины, когда он говорит, что вы все ссылаетесь на то, что нужно, Украина должна победить, и вы связываете свое будущее вот с победой Украины, а что вы делаете? Мы с 26 числа уже что-то делаем. Мы с 14 года чеченцы находятся в Украине, в рядах вместе с украинцами отражают российскую агрессию. Это на самом деле реально и серьезно. И это не только ради победы Украины. Это и ради победы Украины, и ради торжества справедливости. Потому что поражение в Украине – это есть шанс деоккупации нашей территории и привлечь к ответственности военных преступников, которые совершили военные преступления и против чеченцев, и против украинцев, ингушей, азербайджанцев и других представителей народа. Спасибо вам, господин Закаев. Всего доброго.